Здравствуйте, друзья и гости моего канала. Сегодня хочу сделать обзор своего сада. Как смотрится мой сад? Здесь небольшие пересадки в декоративно-лиственном саде. Сейчас посмотрим, как получилось. Ну, конечно, еще не доделала. В голове вообще непонятно что. Раза по три пересаживала. Муж потом плюнул на меня. Я отступился от меня. Ну вот муж отступился, и я сразу по-другому рассадила. Давайте пройдем и посмотрим. Так, хочу сразу показать. Я работаю вот с таким удобрением. Агрикола осенняя. Вот. Все время работаю им. И вот здесь у меня чабрец был. Чабрец я выдернула из-за того, что он, считай, с весны еще зелень, потом цветет, а потом что попало творится. Ботва такая страшная всякая. Все ее надо то подстригать, то еще что-то. Разросся сильно. Ну и я уже не захотела. Ну вот сейчас вот так у меня будет здесь и выглядеть. Конечно, еще буду думать, что подсадить вот сюда на пустое место. Может быть, еще барбарис подкуплю. А может быть, и хосту какую-нибудь подсажу или гехеру. Буду думать. С этой стороны у меня посажены астильбы. Вот. Ну, а здесь пока вот так выглядит. Там у меня сидит бересклет. Варигатный. И вот с этой стороны у меня тоже сидит бересклет. Окаймленный желтым. Это белым. А это желтым. Но сейчас вот мне кажется, все видно и по-другому смотрится. Вот. Туда хотела на угол посадить сирень, но пока передумала. Надо подумать еще. Потому что яблоню будем мы половину обрезать, омолаживать. И может быть моя сирень еще и будет нормально цвести под яблоней. Вот. Ну вот так смотрится. Конечно, у нас очень холодно ночами. Я с девочками общаюсь. У многих уже заморозки прошли. Но у нас пока заморозков таких сильно не наблюдаю. Но кое-какие растения уже стали как подмерзшие. Колиусы. Но опять же, колиусы не везде подмерзли. Бархатцы стоят прекрасно. Вот. Ну, вот так выглядит. Сейчас я выйду отсюда. Ой. И посмотрим. Надо обрезать уже розы. Вот. Здесь вот у меня будет такая небольшая, такая волнистая тропиночка. Вот. А здесь вот так вот выглядит у меня. Ну, пока мне, не знаю, нравится, не нравится, но все равно лучше смотрится, чем было. Потому что барбарисы я уже не знала, куда посадить. И охота их посадить все кучкой, чтобы они
все как-то смотрелись в декоративно-лиственном саде. Вот. Но вот этот красный барбарис, карминовый или как он там, вообще красавец. У него даже ягодки есть, и листва у него шикарная такая. Вот я ему подсадила злак, чтобы он маленько отбеливался, этот злак, это пятнышко белое было. Вот. Сейчас видно и тую, и барбарисы видно, и сосну горную. Ну вот еще маленькую туечку надо будет куда-то пристроить. Но пока в этом году зимовать она будет здесь. Вот. И с этой стороны, как заходишь, и здесь видно тугихеру. Вот. И вот так вот осмотрится. Пишите, понравилось вам или нет. Ну, мне пока понравилось. А потом вот этот барбарис с темными листьями распушится уже до конца, потому что здесь сидела астильба, два куста астильбы сидела, и у него так получилось, что залысина сбоку получилась. Но она потом отрастет, эта залысина. Я 3 дня ходила, думала, как и что здесь рассадить. Начали рассаживать, не нравится мне. И потом уже сама выкопала некоторые барбарисы, которые уже здесь посадили мы с мужем. И вот так вот рассадила. Но пока мне нравится. И как раз ноги у клематиса потом будут прикрыты, что им можно будет подобраться к ним, полить их, а то мы никак не могли их поливать. Клематисы только со шланги это напора. Потому что чабрец разросся сильно прям. Не знаю, что у меня получится. Но у нас такой ветер порывами идет, прям вообще. А так тепло. Порыв, когда начинается, так это. Заранее прошу прощения за шум ветра. Так, здесь у меня тоже, вот мы летом пересаживали можжевельник под яблоню. И вот он смотрится прекрасно. Цуга там тоже чувствует, похоже, себя хорошо. Не так жарко ей. Ну, посмотрим на следующий год. У нас нехватка воды. Мой пруд вообще уже опустошился. Все бочки, все опустошилось. Надо поливать растения. А поливать растения нечем. Здесь у меня все как есть, так и есть здесь. Только вот подсадила веточку барбариса вон туда. Ну, не знаю, примется она, не примется, но пока туда подсадила. Колышется возле папоротника. Нечаянно подломили ее, корешка нету. Ну, посмотрим. Примется, значит, красота. Не примется, значит, обидно, досадно, ну ладно. Вот. Ну, здесь и все так. Вот. Здесь я тоже маленько прибрала. Вот. Клумбу маленько обрезала. Еще лилейнички пытаются зацвести. Так, здесь вот у меня получается ящик. Из ящика мы все лилии постепенно выкапываем и пересаживаем их, чтобы нам освободить этот ящик и убрать этот
это в ящике клумбу. Хотим тропинку сделать. У нас тропинка катится прям сильно. И вот мы хотим ее переделать. Вот такой здесь у меня виноград. Ну, похоже, последние денечки мы радуемся такой красоте. Вот, потому что обещают нам уже все. Со среды похолодание. И уже там и снег, и дождь, и все. Наше лето закончилось. И обратите внимание, здесь девичий виноград разный. Здесь у меня посажено 3 сорта винограда. Нет, 2. 2 сорта винограда посажено. Очень красивые. Первый раз я любуюсь вот этой красотой. Посмотрите, какая красота. Вот. Ну, вот так здесь смотрится. Ну, здесь у нас небо портится потихоньку, помаленьку. После 4 обещает нам уже дождик, но не знаю. Всем желаю крепкого здоровья, хорошей теплой солнечной погоды. Всего доброго и до свидания. Жду ваших комментариев. Пока-пока.